Югорчане могут разработать логотип 44-й Всемирной шахматной олимпиады. Она пройдет в Ханты-Мансийске в 2020 году. Конкурс объявила окружная федерация шахмат. Его участники могут выслать неограниченное количество вариантов. Работы должны отражать национальные и культурные особенности России, а также идеи развития спорта всего мира. Кроме того, в логотипе должно присутствовать название турнира на английском языке. Подробно с положением конкурса можно ознакомиться на сайте Югорской шахматной академии. Эскизы будут принимать до конца апреля следующего года. Их будут оценивать не только художники и дизайнеры, но и представители ФИДЕ.